Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X3. Ремонт задней части. Все мятые детали заменю. Итак, машина установлена на стапель, и первым делом вытягиваю лонжероны. Тяну и измеряю. Все размеры беру с донорской части. Чтобы легче было тянуть, вырезаю мятую панель и разрезаю лонжерон. С вытяжкой я заканчиваю и теперь удаляю весь поврежденный металл.
Разбираю донорскую часть. Теперь я имею необходимые мне куски. Доравниваю металл, оставшийся на машине. Теперь устанавливаю донорские детали. Проверяю размеры. Размеры имею оригинальные и взятые с машины. После этого я свариваю. Задняя панель и внутренние элементы сварены. Теперь устанавливаю задние крылья, проверяю их и выравниваю швы для сварочных работ. Крылья прикручиваю саморезами, устанавливаю крышку багажника, задние фонари. Проверяю зазоры. Все зазоры гуд, свариваю. Сварочные работы закончены. Сварочные швы заливаю оловом.
Итак, работа с металлом закончена. Теперь я покрашу внутреннюю часть отделения и замажу швы герметиком. Работа с кузовом закончена, отдаю машину на покраску. Через неделю машина вернулась с покраски. Собираю ее. Ремонт этого BMW закончен. На эту работу ушло 60 часов моя работа и 5 дней покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!